spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. В каталоге японской компании Fishercat представлено большое количество объемных пластиковых приманок. Среди них почти каждый рыболов сможет найти именно ту, которая больше всего подходит под его условия ловли. И сегодня в обзоре мы поближе рассмотрим младшую модель из серии Либика, что в переводе обозначает «степной кот». Итак, приступим. По геометрии корпуса Либику можно отнести к классическим мину. Тело длинное и достаточно узкое. По заявлению производителя длина составляет 50 мм, а вес равен всего 2 грамма. То есть эта приманка может применяться для популярной в наше время ловли в стиле ультралайт. Обратим внимание, что даже небольшой поводок способен изменить плавучесть и игру столь маленького мину. Кстати, о плавучести. Воблер является суспендером и при остановке проводки зависает в водной толще. Спереди находится чуть удлиненная округлая лопасть, дающая заглубление до 30-50 см. Серия раскрашивается в большое количество всевозможных расцветок. Здесь есть и так называемые кислотники, и имитации настоящих рыбешек. На общем фоне выделяются фирменные расцветки, в которых присутствуют изображения следов от кошачьих лап. Оснащается воблер двумя острыми тройниками японской компании Owner. Добавим, что крючки 12 размера относятся к серии ST36BC. У них маленькие бородки, которые с одной стороны минимально травмируют рыбу, а с другой не дают ей сорваться во время вываживания. Системы дальнего заброса отсутствуют. Внутри пластикового корпуса расположены два металлических шара, которые играют роль отгрузки и балансировки. Один из них находится впереди переднего тройника, а второй позади его. Так как оба грузика не имеют плотной фиксации, приманка при проводке способна издавать негромкий шум. Чтобы соблазнить рыбу на поклевку, можно вести либику обычной равномерной проводкой или stop and go. В это время она будет демонстрировать небольшой роллинг и сверкать боками. Но самым эффективным для мину остается твичинг. На такую имитацию малька может отозваться щука и окунь, а также такие обитатели малых рек, как жерех и голавль. А еще на нее успешно ловят прудовую форель. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.